В Твери в Центре современной культуры «Рельсы» обсудили, какие улицы должны официально войти в границы туристического центра. В дискуссии приняли участие историки, архитекторы, студенты, предприниматели. В целом все, кто хотел предложить свои инициативы. Все смогли это сделать. Подробности далее. Две уникальных площади – набережный, дворец, городской сад. Несколько улиц, сохранивших очертания градостроительного плана 18 века. Считается, что именно историческая часть города привлекает большинство туристов в Тверь. Обсудить этот вопрос в конце прошлой недели можно было в «Рельсах». В дискуссии приняли участие все, кто решил помочь оформить границы туристического центра официально. Такой документ нужен для того, чтобы подготовить заявку для участия в конкурсе проектов, который проводит Ростуризм, и претендовать на субсидию для развития туристической инфраструктуры. Мы планируем заявиться на конкурс Российского агентства по туризму и получить федеральное финансирование на 2023 год. Если все пройдет удачно, то уже в следующем году в городе Твери произойдут значительные улучшения в центре для наших туристов и горожан. Формат общественных обсуждений предложили администрация города и Центр развития экономики малых городов. Своими идеями пришли поделиться тверские краеведы, экскурсоводы, представители урбанистического сообщества «МЭТУТ», педагоги, архитекторы, студенты тверских вузов. Сегодня выдалась прекрасная возможность предложить моим студентам поучаствовать в обсуждении благоустройства города. Мне кажется, это очень важно, потому что ребята, студенты – это одни из главных пользователей города. Город должен быть удобным для них. Мне кажется, что в таких обсуждениях рождается какая-то истина. Да? Пускай, может быть, где-то она ограничена бюджетом, но да бог с ним. Но все равно это лучше, чем когда происходит по инициативе сверху, да, и есть какие-то там, ну, то, что мне нравится, допустим, какие-то вопросы. Это уже не первая дискуссия о границах туристического центра. Ранее вопрос рассматривала общественная палата города. На этой неделе к формированию итогового документа приступит комиссия в администрации Твери. О том, какие территории официально войдут в границы туристического центра города, станет известно до конца марта.